Привет всем любителям скорости! С вами Hot Wheels! И сегодня мы выберем крутую гоночную тачку и погоняем на новых трассах. Вы готовы? Тогда не забудьте подписаться на наш канал и вперед! Эта зеленая машина будет как раз. Посмотрим, на что она способна. 3, 2, 1. Погнали! Вот это да! Как она вырвалась вперед! Собираем монетки и молнии, чтобы ускоряться. На этой трассе очень длинный прямой отрезок, поэтому нужно собрать как можно больше молний, чтобы доехать как можно быстрее. Посмотрите, какие высотки вокруг! И как все красиво светится! Какая у нас огромная скорость! Мы мчимся как ракета! Отлично! Вперед! Наша гоночная машина очень мощная! Она может разгоняться до 200 и даже 300 км в час за несколько секунд! Поэтому у нас есть все шансы прийти первыми и заработать лучшее время на этой трассе. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы узнать, за какое время мы проедем ее. Кажется, я вижу продолжение, и это мертвые петли. Отлично, будет весело. Кто-то уронил динамит. Ого, взрыв! А здесь у нас хотят врезаться машины. Нужно ускоряться. Вот эта трасса! Просто какой-то экшен! Отлично, взяли молнию! Вперед! Чем больше монет мы соберем, тем быстрее мы купим новые тачки! Разбиваем все ворота! И прыгаем через вулкан! А теперь заходим на мертвую петлю! Отличная получается гонка. И еще одна мертвая петля. Класс! И третья. Я вижу финиш после нее. Да, мы завершили эту гонку. Это была отличная трасса. Ставим пальчик вверх. И наше время 1:16. По-моему, обалденный результат. Теперь выберем новую гоночную тачку, чтобы поехать по новой трассе. Как насчет вот такой красной машины? Или вот такой фиолетовой? Маленькой, но быстрой. Посмотрим, на что она способна. 3, 2, 1. Вперед! Маленькая, но удаленькая. Отличная скорость. Собираем монетки и молнии. Ого, на нас свалился какой камень, вы видели? Нас ждет бочка перевертыш. И снова вперед. Эта трасса полна неожиданностей. Так что будьте готовы ко всему. Катапульта запустила огромный камень. Класс. А сколько зрителей на стадионе, и все смотрят на нас. Вот это да, как высоко мы поднялись. Ого, мертвая петля. Вот это скорость. Главное не упасть с такой высоты, так что будьте предельно осторожны. Обожаю трамплины. Летим как птицы. Я вижу финиш вдалеке. А мы поднимаемся все выше. Вот эта высота. И опять трамплин. Вау, как мы летим. Просто класс. Для смерти.
и мы ее проходим просто замечательно. И снова трамплин! Отлично! Врезаемся в ворота, пробиваем их все. И прыгаем через вулкан. Вот это да! А вот и финиш! Отличная была гонка! Ставим палец вверх. Посмотрим, какой у нас результат. 1:18. Просто замечательно. Ребята, спасибо вам большое за игру. Если вам понравилось, то обязательно ставьте пальчик вверх и не забудьте подписаться на наш канал. До скорых встреч. Пока-пока.